А, мы уже начали, да? Ну все, уходите. Меня стесняют две девочки. Саша, твою мать. Черт, меня стесняют люди, надо с этим бороться как-то, да? Ну, будем вместе с вами бороться. А, это уже третий, да, получается, у нас видеодень, это Daily's Vlog. Нам всегда кто-то мешает. Вот честно, ребята, сколько раз бы мы не записывали в мое видео, кто-то подходит, кто-то приходит, кто-то проходит мимо. Потому что всегда кто-то обращает на меня внимание, на такой ебаный метеорит. Мы находимся в центре арены. Сегодня я нахожусь на работе. Когда я буду снимать видео, обязательно надо кому-то пройтись. Да. Так что, ну, это как всегда. И сейчас, кстати, вот про это. Как я, наверное, буду сама себя называть, когда я снимаю в таком виде, как я сейчас перед вами присутствую, да? Ну, когда я ебанашка. Или непонятко. Когда я вот непонятко, оношко. Во, оношко. Мы будем, наверное, обращаться ко мне в мужском роде. Род. Вроде. Боже, простите меня, учитель по русскому языку. Спасибо. Вот туда девочка. Чтобы вы понимали, да, у меня все весело. Я не умею обращаться с техникой. Я такая дура, наверное, в этом плане, да. Вы, наверное, ну, IQ у меня все хорошо с IQ, да, но с техникой я не умею обращаться. Особенно с камерами, да, куда-то смотреть. У меня косят глаза, у меня такое ощущение, что у меня вообще, я косоглазка. Беззубая девочка-косоглазка. Вот кто я, наверное, сегодня. Когда я буду уже с собой, я буду принцесса всей Руси, Анжелкой. Кстати, почему имя Анжела, да? Вы многие спрашиваете про это, откуда оно взялось. Честно, от фонаря. Вообще, это уже, я так себя называю, где-то 2 года. Так же, как я называю, что у меня будут охранники. У меня будет 2 охранника, Амбала. И я их буду называть Жора и Григорий. У меня такая инопланетская внешность. Не такая, как у всех, да? Губошлепка я, как горилла, смесь с Путиным, да, как вы многие называете. Но, честно, мне так это не трогает, потому что я сам все знаю про себя. И поверьте, когда ты знаешь, что у тебя кривые ноги, тебе пофиг, как другие про это будут говорить. Мне очень приятно то, что вы понимаете, да, это не я монтирую себе влоги, это очень большой труд здесь одного человека, это Саша. Он на себя возложил миссию. Взял такую струю директора и поддержка, наверное, меня. Он меня воспринимает таким, какая и есть. Это, наверное, самое важное в жизни, когда тебя человек поддерживает, да. Большое ему спасибо за то, что он ко мне приходит. И, наверное, сейчас будет основной влог про него. Он заслуживает внимания, и вы его любите. У меня очень сильно дружеские отношения с Сашей, да. Конечно, я его иногда подхариваю, да. Но, извините, я бы себя бы убила бы. Особенно, сколько мы вместе находимся, я бы выкинула из 25 этажа себя нахер. Я бы такого, как я, не выдержала. Саша очень хороший человек. То, какой у него образ на камере, вы прекрасно понимаете, что в жизни это другой человек, да, он более внимательный. Но, извините, какой дебил будет каждый раз к тебе приходить и тебя снимать? Тем более, потом еще какой труд все это собрать, смонтировать и так далее. Вот, сука, жрут и снимают на GoPro. Ну, ребята, ну это полный абзац нахер. Я как попандопала какая-то, знаете? Так вот, у Саши есть одна черта характера, которая безумно хорошо мужчине. И, кстати, вот мужчину отличают поступки и действия. Сейчас вырубится память, я буду быстро теперь говорить так, ребята. Чтобы вы поняли, да? Что мы должны все снять с вами. Одна из черт характера – это человек отвечает за свои слова. Кстати, очень многие крутые парни, которые себя строят таких перцев, я знаю, на деле нихера не делают, честно. И бывают иногда такие ситуации, а тебя даже защитить не могут. То есть такие накачанные, целуют банки свои, да, посмотри, какая у меня банка крутая, я такой крутой весь. А на деле они сливаются. То есть очень многие мужчины, которые строят из себя мужиков, они обещают, но этого не выполняют. Вот что есть у Саши, это главная черта, он всегда делает то, что он обещает. Если он не может это сделать, он просто не будет обещать. Ха-ха, сказанула, да? Короче, Саша молодец, хороший пацан, мужик, блядь.
Мне надо было, наверное, стать пластическим хирургом. Потому что я настолько люблю всю эту тему, пластику. Но, извините, я боюсь крови. Вот, у меня закончилась память на Сашином телефоне. И начинаю снимать на бумчика камеру. А еще больше мне нравятся те, которые смотрят мои видео и, знаете, обсирают, говорят: «Фу, кучины, нахрена вы смотрите меня, дорогие мои, нахрена? Пройдите мимо, просто выключите». Мне очень приятно то, что у меня за короткое время столько подписчиков. То есть мне все об этом говорят, я вообще не шарю ни в Ютубе, ни что это, как это, да, и мне говорят, что это очень круто. Мне безумно приятно, мне реально очень приятно то, что вы меня поддерживаете. Я надеюсь, вы будете, как, знаете, многие модные блогеры говорят, да, подписывайтесь на мои каналы, смотрите меня, лайкайте. Я забыла слова, прошли люди, я забыла слова. Ну, я не забудка, вот реально, не забудка. Мне 24 года, мой рост 1,85 м, и вешу я сейчас где-то 64-62 килограмма. То есть худышка. На диетах не сижу. Я вас люблю, смотрите меня. Так что пока. Все. Вот здесь я знаю, как снимать, как выключать, да? Вот кнопочка. Все, целую вас, люблю, пока.